Россельхознадзор активно занимается цифровизацией уже более 16 лет. С самого начала информационные системы создавались и развивались как средство обеспечения биологической и пищевой безопасности, а также для поддержания законности в установленной сфере государственного надзора. Это обеспечивается за счет сбора информации о субъектах и объектах надзора, животных, их местах содержания и владельцах, производителях подконтрольных товаров и местах их производства, свойствах произведенных подконтрольных товаров, участниках обращения подконтрольных товаров, фиксации результатов испытаний и надзорных действий, а также добросовестного и полного информирования потребителей о свойствах, происхождении и безопасности приобретаемых ими товаров. Однако для эффективной работы надзорного органа требуется не просто получение разрозненной информации и автоматизация отдельных процессов. Необходимо использование единой информационной среды в области ветеринарного надзора. На сегодняшний день ВетИС – целостная система цифровой поддержки ветеринарной деятельности и цифровой трансформации, компоненты которой обслуживают конкретное направление деятельности государственной ветеринарной службы. Компонент Веста для контроля лабораторного тестирования и сбора информации о ходе и результатах исследований. Компонент Аргус для автоматизации пограничного ветеринарного контроля и сбора информации о ввозе, вывозе и транзите. Компонент Цербер для ведения реестра поднадзорных объектов и хозяйствующих субъектов. Наиболее известен компонент Меркурий, разработанный Россельхознадзором для проведения электронной ветеринарной сертификации, результатом применения которой стало обеспечение прослеживаемости и регистрируемости подконтрольных товаров, что позволяет гарантировать качество и безопасность. Для автоматизированного предоставления в информационную систему Россельхознадзора большого количества данных из других информационных систем был разработан и внедрен специализированный компонент VetIS API. Основным направлением функционального развития VetIS остается цифровизация процесса идентификации и учета животных. Для этого Россельхознадзором разработан и введен в эксплуатацию специализированный компонент Хариот. Теперь, когда речь идет о миллиардах электронных документов за год и об автоматизированном обеспечении прослеживаемости, необходимо использовать все возможности ВетИС по максимуму, что внесет значительный вклад в создание национальной системы управления качеством пищевой продукции, гарантирующей безопасность продуктов питания в каждом доме.